Мы вышли из отеля, встретить автобус, вот он, едет за нами, а мы не едем. Хотя у нас еще ничего не подтверждено. Нам отель продлили до 4 часов. А, точно. Этот автобус был вел с Месси. Александрова? Нет, Александрова. Все, просто Александрова здесь же. Все, да. Мы отменились тогда, я никого не предупреждаю. Просто мы не собираемся выезжать. Все, а меня уже у вас убрали. А, где ты убрали? Да, убрали. Видимо, кто-то вы даже на ресепшене. Мы на ресепшене ничего не говорили. Мы ждем пока подтверждения от тебя, сэр. А, все, поняла. Но у вас уже нет. Вы у меня были, я помню, а вот сейчас были. Все, окей, значит, мы не волнуемся. Спасибо, до свидания. Спасибо. Погода, говорит, меня уже нет. Слушай, ну все. Добро пожаловать. Наливать. О, первый день наливаем? Наливаем? Как в первый день. Почему мне наливают? Куда? Почему не наливают? Все, куда мы идем? Все, на пляж пошли. Наливать. Наливать, отпускать. Игорь, ты счастлив? Мы еще можем до пятницы. Конвентировать. Как это? Как правильно? Короче, менять. О, Игорь спросил. Он душой спрашивает, нет? Мы ждем. И так они ждали месяц. А прикинь, вот так, кстати, лайфхак. Если вы не хотите, например, если у вас ранний какой-то выезд из отеля, да? Нет. Как правильно? Если у вас в 12 часов чекаут. А, да, если у вас чекаут 12, а выезд у вас позже, вылет у вас позже, но вы хотите потусить подольше, короче, девочки, мальчики, берете, говорите им на ресепшене, что вы решили продлить. Но так как это дело не быстрое, реально не быстрое, уже у нас сколько, третий час уже, да? Больше. Туроператор продлевает отпуск. Дело реально не быстрое, и они это понимают. И вот у нас вчера продлили с 12 часов до 2, и сейчас нам продлили до 4 дня. А потом 4 мы скажем, мы передумали, мы поехали домой. Ну а что нет? Так, Игорь, что вот это я за ним, как обычно. Вот. Теперь на пляж. Я хочу шампанского. У меня сегодня первый день отпуска. 2-1 называется. Второй отпуск, первый день. Да. Не дает мне снимать. Мешается. Что, какое взять, девочки, мальчики? Ой, Милку можно взять. Милка, что это такое? Просто шоколадная? Это просто шоколадная Милка, без орешки. А где есть орешка, что ли? Что ты взял в итоге? Ну покажи, что не это. Знаю, какая-то вот с орешкой, но вот там магнум. Что ты взял такое? Не знаю. А что за вкусы? Возьму я свое любимое, не прогадаю. Буду я еще прогадывать. Классическая. Я люблю это мороженое с какими-то примесями, типа карамели или орешка. За отпуск, за прекрасный отпуск. Ну что, пойдемте посмотрим на этот какого. Воду. Песочек такой прогрелся. Блять, всю неделю не было такой погоды. Говорил, говорю и буду говорить. Да. Ну. Ну давай.
Ну, холодное это очень. Смолая морюшка. Холодное это очень. Зато жарко сегодня. Отключаюсь, там музыка орёт. Я думал, кто тут спортом занимается. Ага, ребенок бежит за коктейлем и своим клубничным. Девочки, прекрасный вечер с аперолью. С аперолечкой. Очень вкусно. Это уже вторая апероль у меня. И это прекрасно. Это волшебно. Такая большая птица летает. Жалко, пирс разобрали, так погулять, пройтись по нему. Ну, хотя и так хорошо, и так очень хорошо. Время уже 17, да? О, 17.17. Видите, как я случайно попросил время? Загадывайте желание. 17.17 у меня самое позднее, наверное, время, когда мы уходим с пляжа. Хотя мы еще не уходим. Мы скоро уже пойдем. Да? Да? Да. Вот. Потому что не самый теплый день был. Офигенно. Просто офигенно. Мы везде в таком бунгало. Вот таком. Море можно смотреть вообще бесконечно, просто бесконечно. Мы зашли в номер. Я взял мороженка, пока шел по пути. Нереально вкусное. Через час надо идти на ужин. Я не могу столько жрать, девочки. Я столько жрать не могу. Очень вкусное мороженое. Скажу вам. Так оно выглядит. И внутри реально такое, знаете, как будто плитка шоколада. Бум-бум. Бум-бум. И Тараски не принесли нам сегодня пиво. Из-за того, что мы сегодня то заезжаем, то выезжаем, то переезжаем. Ну, как бы... Такой закат. Рассвет, закат. Красиво. Так вот. Где вот пивко мне на утро? Вот где? Где на утро мне пивко? Вот чипсики. О, Принглс новые какие-то. Не Принглс, а какие-то эти. Ориджинал. Они, кстати, это. А мне кажется, они просто всем должны класть ориджинал. Это вообще не очень вкусно. Вот оно лежит с первого дня у нас. Понимаете? Ни пивка. Ничего нет. Я хочу чипсы. Я хочу чипсы. Ой, господи. Сейчас попробую. Она пустая. Итак, как они называются? Давитес. А, ну мы их пробовали уже сами. Подождите, не те взял.
Я же хотел эти взять. Оригинальные. Рафлес. Пробуй. Рифленые чипсы. Очень даже ничего. Да. С пивком бы были бы прекрасны. Знаете что? Ой. Так, девочки, секунду. Я хочу позвонить им на ресепшн. Подождите. Девочки, секунду. Что-то как-то не могу разобраться. Как позвонить на ресепшн? Мне все посуду. Мне нужна вода на утро, на ночь. Доктор. Спа. Рум-сервис. Рум-сервис. Не работает такая система, вот это нажатие. Ну короче, я что, без воды буду? Ну что за херня? Ну-ка. Девочки, я не могу пользоваться этим телефоном, я не знаю, как им пользоваться, блядь. Каменный этот век, блядь. Ну короче, то ли я каменный, то ли век каменный. Прекрасно. Прекрасно. Сейчас мы отдохнем и пойдем на ужин. Да. Принесли целый ящик воды, представляете? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три. 14 бутылок. 14 бутылок принесли. В смысле 14? Больше. Потому что вот две еще. Игорь, ну что, идем есть? Игорь! Время 7:20. Рано. Почему? 6:20. Ой, 6:20. Так мы еще в халатах ВК оденете, и это... И это... Конечно. Голодные, стыдно. Что стыдно-то, если мы голодные? Мы не знаем, что уже есть, мы не знаем. Мы не знаем, что есть. Надо было отель поменять. Для чего? Чтобы разнообразие было. Но сегодня так была прекрасная погода. Ой, ты себя подзагорел, нет? Не факт, да? Тоже думаю, что не факт. Собирайся, пошли. Ага. Чё? Заканчивай, пошли. Пошли. Заканчивай. Вставай, одевайся. Да, что? Или никуда не пойдем спать, ложимся? А? Рано. Чё рано? Я могу по 12 часов спать. Ты вчера, блядь, поздно лег. Это я вчера в 9 вечера лег. Думал, лягу перед сном, перед самолетом, высплюсь. Перед самолетом. Еще 3 дня, еще веселых, добрых дня. 3. Вот. Принесли здесь 2 бутылки воды. Вот еще.
Сколько, сколько здесь? А, 3, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, потому что 12 у Игоря это еще одна. А можно в номер заказать еду? Давай позвоним, скажем, что у вас есть сегодня. Принесите, пожалуйста. А потом пойдем поужинаем еще. Потом пойдем бухнем, потом поужинаем. Нет, я не бухаю. Вот это ты не бухаешь, я бухаю. А что, ты не будешь сегодня коньяк пить? Нет? Нет? Это же камера работает? Да, конечно. Молодец. Сказали, нельзя. Молодец, нельзя, нельзя, нет. Я контролирую этот процесс. Все. Одеваемся. Одевайся. Да, конечно. Давай, вставай, Баранину жарят, Игорь аппетиты разыгрывает. Не разыгрывает, а как это называется? Игорь, как это называется слово? А? Ладно, одеваемся. Кстати, девочки, увидели, что у меня же появилась функция стори, как в Инстаграме, такие по 13 секунд маленькие видосики на, в профиле, в, на странице, в этом, где, собственно, где написано Евгений Кириенко, где моя фотография, нажимаете, смотрите. Там я выставляю видосики, которые не пропускает Инстаграм в полноценных влогах. Вот, поэтому, если что, смотрите, там песни всякие вставляю. То есть все, что с музыкой, там все проходит это. Вот, имейте в виду, заходите туда, смотрите. Все, мы одеваемся. Ну что, как вы думаете, куда мы идем? Здрасте. Здрасте. Песня та же, день тот же. День другой песни та же. Снова жрать. Это сейчас.